ЧП в Белгородском районе. 9-летний ребенок там на улице нашел устройство, похожее на дрон, с помощью которых вооруженные силы Украины атакуют Белгородскую область. Аппарат взорвался у мальчика в руках. Угрозы для жизни ребенка нет, но имеются множественные резанные раны и повреждения глаза. Врачи оценивают состояние школьника как тяжелое. Решено направить его на лечение в федеральный медцентр. Специалисты регионального управления ГУЧС подготовили информирующий ролик о том, что делать при обнаружении мины или другого подозрительного предмета. Давайте посмотрим. Минная опасность. При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву. Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи. Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек. Отойдите как можно дальше. Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след. Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию. Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы. На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки. Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное. Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах. Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона. Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья. Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся. Берегите себя и своих близких.